Конечно, меня волновала тема, что касается нашей демографической безопасности. Конечно, это тема многодетных семей. И хочется отметить, что вот эта политика, которая принята на уровне главы государства, она работает. Сегодня вот этот институт семьи, институт многодетной семьи поднимается все выше и выше. Конечно, просто так разговорами ничего не сделаешь. Нужны социальные какие-то устои для того, чтобы семья хотела иметь этих деток, чтобы они воспитывались в хороших условиях, я имею в виду бытовых, чтобы были хорошие школы, детские сады. И все это у нас в стране делается. Молодые люди, которые есть в Беларуси, и кадры, которые есть у нас, они должны в первую очередь работать и отдавать в своей родной стране свои знания, свои силы и свой профессионализм. И на это был нацелен и определена весь разговор, определена конкретная задача перед нами о том, что молодежь должна быть в нашей стране реализована. А для этого мы должны все сделать. Она совершенно не та молодежь, которая была раньше. Теперь молодежь другая. И подход и с ней тоже должны быть другие. В этом, как бы, я вижу очень такой существенный посыл, который президент дал всему обществу нашему. То есть каждый человек должен понимать свою ответственность за дальнейшее развитие нашей страны. Это четко прозвучало, когда даже вот на таком примере, что 50% ответственности человек за свое благосостояние должен нести сам. Каждый из нас должен задуматься, не переносить эту ответственность на своего руководителя, на президента.